всем, кто любит побродить, используя браслет Amazfit Bip, побегать там, потренироваться. Это видео о том, как же заказать из Китая его по выгодной цене с быстрой доставкой. И обратите внимание, что там английская версия и китайская версия этого браслета, поэтому цена так разнится. Немного по поводу браслета миланской петли, который плохо влияет на компас. Вы можете увидеть видео на других каналах, которые это раскрывают больше. Я себе миланскую петлю не покупал из-за этого. Кому она нужна, кто не пользуется компасом, может воспользоваться и купить. Просто заказать Amazfit Bip с китайского сайта AliExpress. Три позиции у продавцов, цена приблизительно одинаковая, 4500, 4700. Вот, значит, бесплатная доставка у всех трех. Ну, у кого-то есть с ремешком, у кого-то с дополнительными функциями всякими. Вот, рассмотрим поподробнее. Если вам нужно заказать Amazfit Bip, то вы можете перейти по ссылкам в описании. Все три ссылки будут там. Продавцы, как вы видите, надежные. Рейтинг продавцов минимальный. Риск у них у всех. У кого-то 7%, у кого-то 10% на данный момент. Вот. Что, на чем хотелось бы заострить внимание? На ремне миланская петля. Если вы планируете пользоваться компасом, либо он вам по каким-то причинам нужен будет, то советую не приобретать миланскую петлю, потому что очень много нареканий на то, что неадекватно работают часы, то есть не работает сам компас. Если же вам эта функция не нужна, вы готовы с этим смириться, смириться с китайской версией, либо с версией прошивки глобальной, то все в ваших руках, можете смело заказывать за 4700, за 4500. Вот. Сейчас самое время для того, чтобы заказать этот браслет фитнес-трекер. Все-таки по поводу миланской петли, если вам уже очень сильно она приглянулась там, допустим, то вот ссылка будет на достаточно хорошего продавца, у которого хороший рейтинг и который отправляет быстро свои заказы.